Самарская общественность совместно с сотрудниками ГИБДД призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и снижать скорость при подъездах к пешеходным переходам. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. В целях выполнения этих задач проводят профилактические мероприятия. В этот раз инспекторы ГИБДД проверили соблюдение скоростного режима на одном из оживленных пешеходных переходов рядом с загородным парком. Акцию поддержала молодежь юнармии. Для ребят безопасность на дорогах – не пустой звук. С правонарушениями надо бороться в любом случае. Здесь вклад каждого очень важен. Помогли провести акцию полицейским и представители общественного совета при областном главке полиции. Инспекторы останавливали автомобили, а общественники напоминали водителям, как важно соблюдать ПДД, в особенности скорость движения в городе. Ведь от этого зависит жизнь всех участников движения – пешеходов, автолюбителей и пассажиров. Особый акцент сделали на безопасности детей. В преддверии летних каникул водители должны быть особо внимательны, потому что очень много школьников, которые на период летних каникул гуляют в парках, в общественных местах. Соответственно, чтобы водители обращали на них внимание, пропускали их и соблюдали правила дорожного движения. По оценке правоохранителей, подобные акции приносят свои плоды. Благодаря подобным мероприятиям, проводимым госавтоинспекцией, также и другими заинтересованными ведомствами, у нас на территории региона произошло снижение, в любом случае, ДТП с пешеходами. Пешеходы являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, и к ним относиться нужно с наибольшим уважением. Во время акции автоинспекторы сняли видеоклип, в котором пешеходы просят водителей быть осторожными на дорогах, и особенно при приближении к зебре, неважно, со светофором или без. Дорогие друзья, участники дорожного движения. С 17 по 23 мая во всем мире проводится 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения. Благодаря таким акциям кривая графика статистики по ДТП погибших и раненых по сравнению с прошлым годом ползет вниз. Снижение произошло почти на 20% по авариям и на 60% по летальным исходам. Молодежь очень часто также является водителями, также, возможно, там какой-то юношеский максимализм тонирует машину, тоже плотная пропускаемость света не видно и также попадают в аварии. Не стыдно соблюдать правила дорожного движения, стыдно, наверное, ради какой-то моды подвергать свою жизнь и жизнь окружающих риску и опасности. Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре проводят рейды по выявлению тонированных машин, наличию детских удерживающих устройств, трезвым и вежливым водителям. Все эти мероприятия направлены на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Зачастую к трагедиям приводит и незнание элементарных правил дорожного движения пешеходами. Сотрудники отдела пропаганды призывают всех участников движения ответственно относиться к дорожной грамотности, быть внимательными и осторожными.